Всем добрый день. Сегодня я хочу поговорить о туманках отдельно на Focus 3. У меня их не было в моей комплектации, у меня самая простая комплектация. Они у меня активируются просто отдельной кнопкой, отключены через реле. Очень удобно. Плюсы в этом, что в стандарте они зажигаются только с ближним светом фар. Я их могу отдельно использовать как ходовые огни. Ну, у меня в них стоит ксенон, этого делать не надо, на самом деле это нехорошо. Они светят и со стандартными лампами. Лампы, кстати, идут в комплекте. В нормальных туманах. Очень хорошо тоже. Свет у них хороший со стандартными лампами. Вот, какие еще моменты. Китайские туманки покупать не надо. Категорически не рекомендую. У них просто осыпается отражатель, трескаются стекла. Ну, это вам хватит максимум на то, чтобы продать машину и один раз зажечь перед продажей. Хочу порекомендовать вам туманки Valio. Вот их каталожный номер. Вот его видно здесь хорошо. Они ставятся на такие машины, как Range Rover, к примеру, и на ряд других именитых марках, прямо с завода. Вот. У них цена примерно около 1500, при том, что китайская до 1000 можно купить, разница небольшая. Оригинальная туманка Focus ничем не лучше. Я с ними проехал немало, с этими Valio. И она порядка 2500, а у официальных дилеров гораздо дороже, то есть ощутимая разница. Какой еще момент тут важный? Вот эти хромированные окантовки на туманках. Вначале я хотел сэкономить, потому что соблазн очень велик на самом деле. Поставил китайские. Китайская стоит порядка 200 рублей, там, ну 200-250. Поездил с ними за очень короткий промежуток времени, хром помутнел, потерял весь блеск, весь товарный вид. В общем, потом я поменял на оригинальные кольца. То есть альтернативы вот в этом как раз таки не вижу. Да, кольца эти дорогие, в оригинале хромированные особенно. Вот, у них цена тоже более 2000, ну около 2000. Но на этом, я считаю, экономить не нужно. Ну, а так, в целом, туманки, конечно, на мой взгляд, улучшают внешний вид автомобиля, делают более дороже его чуть-чуть. Ну и самое важное, с ними очень хорошо ездить. Туман, также можно и, в принципе, освещать обочину. Все, всем спасибо, до свидания. До новых встреч!